Одинцовские депутаты-единороссы в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» вместе с представителями Управления развития потребительского рынка и услуг окружной администрации провели мониторинг торговых сетей на предмет продажи удерживающих автомобильных приспособлений для детей, а также суррогатов таких устройств. Основной акцент был сделан на выявлении треугольников, адаптеров, фиксаторов и бустеров, использование которых без автокресел запрещено правилами дорожного движения. Партийцы посетили 5 сетевых магазинов в Одинцове. Ни в одном из них подобных товаров не обнаружено. Как отметили депутаты, на всех объектах продукция сертифицирована, имеется товарно-сопроводительная документация.